Утро – это очень круто! Особенно, если оно начинается в такой веселой компании наших друзей, солистов театра песни «Талисман». Даниэлы Алюдиновой и Лидии Прощак. Доброе утро, девчонки! Доброе утро! Всем привет! Привет, привет! У вас очень смешная песня. Наверное, вы любите животных. Да, у меня живут кот и кошка Мейн-куны, попугай Розелла и птичка Амадин. И как же вместе уживаются коты и птицы? Честно говоря, с трудом. Но я их разнимаю. У меня пока что нету питомца, но мама мне сказала, если я буду хорошо учиться, то она мне купит маленькую обезьянку. Породу мы пока что не выбрали. Маленькую обезьянку. Понятно. То, что вы любите животных, это ясно. А теперь давайте проверим, что вы о них знаете. Предлагаю устроить викторину. Даниэла, Лидия, сейчас на экране будут появляться вопросы и варианты ответов. Право ответа получает тот, кто первым нажмет на кнопку. Победит тот, кто правильно ответит на большее количество вопросов. Правила вам понятны? Да. Да, все понятно. А теперь проверим, насколько вы быстро реагируете, нажимая на кнопки. Дважды два? Четыре. Неправильно, я же знал. Надо сначала нажать. А первый день недели? Понедельник. А она была первой. Вот так вот. Так, разминка прошла удачно. Да, точно. Ой, подожди, Хрюша, я хочу обратиться к нашим ребятам. Друзья, вы тоже отвечайте на вопросы и проверяйте свои знания о животных. Внимание, первый вопрос. Да. Как быстро могут бегать страусы? Варианты ответов. 70 километров в час, 100 километров в час или 150 километров в час? Мне кажется, 100 километров в час. 100 километров в час. Так, Даниэла ответила, что 100 километров в час. Так, Лидия. Я тоже думаю, что 100 километров в час. А теперь давайте узнаем, правильный ли это ответ. А в действительности он бегает 70 километров в час, друзья. Да, да. Но ничего. А вы знали, что с греческого языка страус переводится как воробей? Верблюд. Эта птица самая большая и быстрая из пернатых. А я этого не знал. Спасибо за информацию. Да. Переходим ко второму вопросу. Отпечаток какой части тела собаки не уступает по уникальности отпечатку пальца человека? Лапы, носа, хвоста. Так, Лидия, носа. Первое. Носа? Ой, как так носа? Нос? А ты как думаешь? Я тоже думаю, что нос. Нос! А давайте посмотрим, правильно ли это ответ. Давай. Нос. Совершенно верно, нос каждой собаки уникален, как отпечаток пальца человека. Нет двух собак с одинаковым отпечатком носа. Итак, друзья, наш следующий вопрос. Да. Один год жизни хомяка – это сколько человеческих лет? Вариант ответа. Один год, 10 лет или 25? Ты была первой. Мне кажется, 10 лет. 10 лет? Я тоже так думаю. 10 лет. Внимание на экран. Правильный ответ – 25 лет. Да. Представляете, у человека один год, а у хомяка целых 25. Следующий вопрос. Так. Как быстро машет крыльями колибри? Варианты ответа. 100 взмахов в секунду. Ого. 150 взмахов в секунду или 200 взмахов в секунду. Я видел, как колибри крылышками шевелят. Это так быстро. Но сосчитать я не успел. Так. 200 взмахов в секунду. 200 взмахов в секунду.
Так, хорошо, а 200, Даниэла, что думает? Я думаю, 150. А давайте посмотрим, какой правильный ответ. А правильный ответ – 200 взмахов в секунду. Хрюша, ты в этот раз подготовил такие интересные вопросы. Даже я затрудняюсь ответить. И мне каждый раз интересно узнать правильный ответ. Знаешь, а я старался. Молодец, молодец, Хрюша. Итак, внимание, следующий вопрос. Да-да-да, внимание на экран. Каков возраст самой старой черепахи в мире? И варианты ответов – 100 лет, 200 лет, 300 лет. 200 лет. 200 лет? А твой вариант какой? 200. 200. А давайте узнаем правильный ответ. Ну, конечно, узнавайте. 200 лет! Самую старую из известных наземных черепах зовут Джонатан. Ветеринары предполагают, что животное появилось на свет в 1832 году. Представляете? Это были очень непростые вопросы, хочу вам сказать. Девчонки, вы большие молодцы, справились с этим трудным заданием. Здорово, что вы пришли к нам сегодня в гости и провели весело в нашей компании время. Да, приезжайте еще. Спасибо вам большое за приглашение. Мы обязательно приедем. Ребята, уверен, вы тоже получили отличный интеллектуальный заряд сегодня. Проведите этот день активно и позитивно. И не забудьте завтра утром снова включить самый семейный канал 3-4 Карусель!